Всем доброго времени суток. Нам пришла пряжа по пате Ровинг на 100 метров 100 грамм. Сейчас ее достану, будем смотреть. И это пришло все в магазин, поэтому обязательно вам скажу, сколько она стоит у нас. Ну вот, я уже ее расставила. Это по пате Ровинг. Вот они какие все цвета. Это белый. Светлый арахис или беж, хаки, лазурный, синий, голубой, оттеночки пошли, кирпичный, брусника, красный, черный. Потрясающая пряжа для головных уборов, снудов, кардиганов, объемных свитеров. Метраж 100 метров на 100 грамм, 80 акрила и 20 шерсти. Обсудим. Папатия Ровинг, 100 метров на 100 грамм, состав 80 акрила и 20 шерсти. Крючки и спицы подходят 6,5 по рекомендациям. Один моток, одна шапка. Это при условии, что вы будете вязать спицами. Помним, да, что крючок кушает в 1,5-2 раза больше. Ровинг Папатия – это высококачественная смесь шерсти и акрила, которая представлена в потрясающем выборе ярких цветов. Идеально подходит для эффектного элемента вашего зимнего гардероба. Посмотрите, какие цвета. Конечно, меня больше всего восхитил красный. Я очень люблю этот цвет. Посмотрите, как он красиво на камере смотрится. Она даже идеально подходит для начинающих вязальщиц, что очень важно. Вы свяжете без труда себе такой аксессуар, как шапка. При этом можно не бояться, что пряжа будет задевать головку крючка или расслаиваться спицами. Она очень мягкая, тактильно приятная. Можно расслабиться и научиться вязать, если вы еще не начинали. Цвета сочетаемы, и это очень важно. Посмотрите сама, какая ниточка у нас. О ней можно бесконечно долго говорить, но я не буду вас задерживать. Скажу только, что данная пряжа представлена в магазине в 10 цветах. Я вам их уже показала. Вот. Жду ваших комментариев, идей. А также тех, кто вязал из данной пряжи или не вязал, на что бы вы могли использовать данную пряжу. Цена мотка 160 рублей. Вот такая пряжа. Остались вопросы, также задавайте в комментариях. А я вас всех целую. Пока-пока.